ночью приду. Жосбомон. Шпионаж и драки. Жосбомон вернулся? Молодец. Могучий парень, что и говорить. Надо сейчас провернуть одно маленькое дельце. Два года малагвайской парилки, наконец, он изумлен тяжелым победом. Вы как думаете? Твой визит – это любовь или провокационный ход? Он будет на ход впереди нас. В его игре будут всевозможные задумки, импровизации. Он нас закрутит и сведет всех с ума. Жан-Поль Бельмондо. Это я, извините. Профессионал.